Аси. Демир, я могу увидеть тебя. Ты не уехала? На самом деле, я не уехала, нет. Это проблематично. Если мы ненадолго встретимся, нельзя? У меня дела. Я могу не выкроить время. Пожалуйста. Я встретилась с Инжи. Правда? Ты в больнице. Я просто пришел провериться. Ничего важного. Она тоже так сказала, но я беспокоилась. Я хочу увидеть тебя. Я же сказал, что ничего страшного, Аси. Тетя хотела, чтобы я лег для профилактики, и я не смог возразить. Конечно. Докторам только дай повод. Только попадешься к ним, они обязательно начнут обследовать. Да. Как ты понимаешь, это плановый осмотр. Меня как катер сняли с эксплуатации на проверку. Только на одну ночь. Демир, я не хочу уезжать, не повидав тебя. Но я не знаю, как нам это устроить. Ты можешь прийти сюда? В больницу? Да. Но не сейчас. Через пару часов. Хорошо. Демир, я пришла, я в клинике. Подожди в кафетерии, я сейчас приду. Нет, я иду к тебе. Демир, остановись. Стой там. Не приближайся. Почему ты вышел из палаты? Тебе нельзя вот так разгуливать. Ты должен немедленно вернуться в палату. На самом деле ты знала, когда позвонила мне. Я должен был догадаться. Если я войду в палату... Пожалуйста, не говори так. Я останусь здесь. С тобой. Нельзя. А там я не смогу притронуться к тебе. Не смогу обнять. Не смогу вдыхать твой запах. В той палате все запрещено. Ты должен немедленно вернуться в палату. Демир, я тоже хочу обнять тебя и никогда не отпускать. Но нельзя. Я не смогу так поступить с тобой. Я только один раз поцелую тебя в щеку. Нельзя. Пожалуйста, не делай этого. Это рискованно, прошу тебя. Если ты любишь меня, вернись в палату. Ты очень любишь меня. Очень, очень любишь. Я знаю. Ты не сможешь без меня. И это я знаю. И еще я знаю, что мы больше никогда не расстанемся. Ты никогда не бросишь меня. Я тебя больше никуда не отпущу. Ты смысл моей жизни. Спасибо.
Я теперь все смогу вынести. Нас разделяет стекло, но мы никогда не были так близки.